Свои произведения искусства самарский художник по дереву Сергей Васьков создает в мастерской, которую разместил на втором этаже деревенского домика в поселке Новый Буян. Довольно много работ сделано автором в пандемии коронавируса, порядка 40. Половину из них разместили на персональной выставке в самарском доме журналистов. Работа начинается с прослушивания музыки, рассказывает мастер, от классики до рока. В это время в уме и рождаются художественные зарисовки, которые потом воплощаются в уникальные деревянные картины. Весь смысл моих работ именно в том, чтобы дерево именно светилось. В зависимости от освещения дерево, картины, они играют в разное время суток. И то я даже замечаю, что вот необычно сижу на диване, у меня работы висят, и неожиданно они открываются для меня в новой форме. Поэтому вот эта полировка для меня очень важна. А береза, только береза может дать вот такие интересные вот переливы. Организовать выставку художнику помог друг Сергей Никишкин. Все 20 картин рождались на его глазах. Признается, в зале они смотрятся иначе, чем в мастерской или дома. Одна из них у Сергея тоже есть. Картина «Домик в деревне» называется «Жена у меня». Это же наш дом. То есть, я понимаю, он выглянул со второго этажа, у него там мастерская, как бы хранилище летнее. И видно, увидел, нажал, он прям вообще прям очень похож. Одна из работ мастера находится в резиденции президента России в Санкт-Петербурге. Еще одна картина «Дерево жизни» представлена в личной коллекции Владимира Путина. Каждая работа уникальна, отмечают эксперты, побывавшие на выставке. Многие из них с творчеством художника знакомы давно. В такой технике у нас, я не знаю, кто еще работает, кроме Сергея Васькова. Уникальный человек по своей природе. Вот, он очень талантливый человек. Можно сказать, такого гениального плана. Вот. Потому что такой фантазии, такого богатства фантазии, неограниченной, да, мало кто может похвастаться. В настоящее время в коллекции мастера более 1000 деревянных художественных полотен. От маленьких формата А4 до больших. Сейчас Сергей Васьков трудится над трехметровой композицией с философским подтекстом «Кружево памяти». Картину обещают показать зрителям в начале лета. Выставка в Самарском доме журналистов продлится до 24 апреля. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.